Всех приветствую на своем канале. Это небольшое видео я хочу посвятить вопросу скрипа деталей в автомобиле Jeep Patriot. Я думаю, что каждый из вас когда-либо встречался с раздражающим скрипом как внутри салона, так и снаружи автомобиля. Ко многим тихим посторонним звукам привыкаешь и не обращаешь на них внимания, но некоторые скрипы портят жизнь и отвлекают от вождения. Особенно это касается случаев, когда невозможно определенно сказать, что является источником этого скрипа. В большинстве случаев скрипят или дребезжат пластиковые детали, которые трутся или бьются о другие детали из пластика, металла или стекла. Источником неприятных звуков может быть обивка салона, крепление сидений и спинок, тормоза, слетевшие с креплений провода, резинки ходовой, дверные карты, замки и многое другое. Пару месяцев назад при начале движения или езде по неровной дороге в салоне своего Jeep Patriot я стал слышать какой-то скрип в задней части салона. Я попытался при движении этот скрип заснять, вот он. Причем, когда автомобиль стоял на месте, то при попытке его раскачивания этот скрип не появлялся. То есть для него нужна была значительная вибрация. По своему звуку этот скрип был металлический, то есть терся металл об металл где-то. Также снаружи этот скрип был слышен, но не так громко, как в салоне. До поездки на СТО я хотел попытаться сам найти место скрипа, так как, почитав форумы, я понял, что причин может быть масса. А найти и устранить иногда их очень сложно даже опытным ремонтникам. Из самых распространенных мест владельцы Jeep Patriot называют замок задней двери. Я проверил, поджал и смазал, но скрип так и остался. Затем я прочитал, что возможно металлический скрип исходит от неплотно закрепленной запаски. Это место я тоже проверил, все плотно зажал, но скрип все равно остался. Также я абсолютно все вынул из багажника и даже пол с запаской, ничего не изменилось. Также я визуально перепроверил крепление задних сидений и ремней безопасности, так как звук исходил из той области, но ничего также не обнаружил. Все было хорошо закручено и скрипа в этих местах не было. Кроме того, я еще проверил крепление номерной рамки сзади, петли и амортизаторы задней двери, но нигде не нашел никакого намека на скрип или какие-то потертости. Затем я все-таки решил перепроверить вариант скрипа именно пластиковых деталей в багажном отсеке. Таких мест на самом деле в багажнике очень много может быть, так как пластик во всех местах живой и туда-сюда может двигаться. При этом скрипящие звуки пластик издает еще более громкие, чем тот, который меня первоначально раздражал. И все-таки перед поездкой на СТО я еще раз залез под машину и начал осматривать днище. И наконец-то я нашел причину этого раздражающего скрипа в салоне. Оказывается, что источником этого скрипа является место соприкосновения защитного кожуха проводки редуктора заднего дифференциала с шайбой крепления этого же редуктора к кузову. Вот как эта деталь выглядит на фото с разных ракурсов. А вот где она находится, если вот так же, как я, лечь на землю и протянуть к ней руку. Как видно, зазор между шайбой и этим кожухом минимальный. Возможно, я где-то протерся днищем по снежному сугробу зимой и погнул кожух этот, а может, со временем сам его металл изогнулся от старости. В любом случае, причина была найдена, и мне стало легче. Как видно, даже при небольшом покачивании пальцами этот кожух заметно стучит по шайбе. Способов устранить этот недостаток много, от замены кожуха до установки между ними шайбы прокладки. Я пока просто его загнул обратно ближе к редуктору. Всем спасибо за просмотр этого видео. Надеюсь, оно было полезно вам, и если в будущем вы так же, как и я, столкнетесь с непонятным скрипом внизу в салоне Jeep Patriot, то сможете устранить этот недуг без обращения на СТО.
что позволит сэкономить вам нервы, время и деньги. Подписывайтесь на мой канал и не забывайте ставить лайки. Всем мирного неба и до новых встреч на моем канале.